Короткая программа девушек, как обычно, стала самым обсуждаемым событием финала Кубка России. Основная задача этого турнира – определить третью спортсменку, которая поедет на чемпионат мира в Стокгольме. Вполне вероятно, что в понедельник долгожданную путевку в Швецию получит именно Елизавета Туктамышева. Кроме тройки на выезде с тройного акселя, все было отлично. Наконец, судьи оценили Лизу реально по достоинству. Результат 77,74 балла вполне достойно, учитывая, что раньше судьи были не очень щедры к Туктамышевой. Ее основная конкурентка Алена Косторная вышла на лед с новой программой под времена года Вивальди в современной обработке. Менять программу после болезни оказалось невыигрышной затеей. Некогда воздушная и легкая Алена была намного слабее музыки, под которую каталась. Последствия болезни сильно отразились на форме спортсменки, которая не позволяет Косторной бороться за место на чемпионате мира. С тройного флипа фигуристка выехала очень плохо, еле-еле прицепила двойной тулуп, получив минус за этот элемент. 70,14 балла. Таких баллов она не получала с юниорских выступлений. Слезы Косторной – это эксклюзив. Алена редко позволяет себе такие эмоции. Здесь же она уходила со льда в слезах.